В эфире службы новостей «Город», и мы продолжаем. Настоящий детский переполох в Нижнем Новгороде. 18 февраля впервые за последние 12 лет родились сразу четверо детей. Три девочки и мальчик. А несколькими днями ранее из роддома выписывали еще одну многодетную маму. Она родила тройняшек и все мальчики. Как сейчас себя чувствуют малыши и их родители, расскажет Екатерина Вологина. Великолепная четверка, три девочки и мальчик, Виктория, Екатерина, Анастасия и Николай. Все они родились с интервалом в несколько минут. Многодетную маму действительно можно назвать героиней. Знаешь, что у меня вот так будет, я бы не поверила. Но вот когда вот так получилось... Будем воспитывать. Врачи роддома номер 6, где проходили роды, уверяют, что не каждый медработник может гордиться таким опытом. Причем зачатые малыши были естественным путем. Роды принимали сразу 9 специалистов. У нас родоразрешение произошло в 31 неделю. Они находятся в палате интенсивной терапии. У нас 3 девочки и мальчик. Трое девочек у нас дышат самостоятельно. Они находятся в кювезах, где поддерживается нужная температура и влажность. Мальчик у нас чуть-чуть послабее. Поэтому мальчик у нас, вот он и последний родился, и он чуть послабее, он находится у нас на аппарате искусственной вентиляции легких. Многодетный отец то и дело заглядывает к своим малышам, волнуется. Жена рассказывает, что когда он узнал, что они ждут сразу 4, сначала потерял дар речи. Тем более, что семья уже воспитывает дочку. Какие красавицы у меня был. Женский батальон. Един мальчишка. Ну, мальчик маленький получается будет. Да, мы с ним вместе в Малине были. Рождение каждого ребенка – настоящее чудо, но такое, чтобы на свет появились сразу 4 малышей в Нижегородской области, случилось впервые за 12 лет. Многодетную семью вскоре поздравит Валерий Шанцев. Об этом он сообщил в своем блоге. И, вероятно, без подарков от губернатора не обойдется. Вот уж будет с кем поиграть. Я вот 25-й год работаю в роддоме. Вторая тройня у нас. Так совпало, что на этой же неделе поздравляли еще одну семью. Их личный рекорд – тройняшки и все мальчики. Тройня в Нижнем Новгороде родилась впервые за 15 лет. На этот раз в роддоме номер 5. Мне вчера устроили показательное выступление. Принесли накормление сразу троих. Я, конечно, растерялась. Одного кормить, другой плакать начинает. Не знаешь, за кого хвататься. Встречать тройняшек семья приехала почти в полном составе. В центре отец семейства Сергей и первенец Никита, которому уже 8 лет. А новорожденных назвали Матвеем, Данилой и Егором. Маму вместе с детьми уже отпустили домой. Екатерина Вологина, Максим Жалыбин, служба новостей «Город».